Приветствую всех подписчиков гостиного канала, с вами Лена Смирнова. Я всегда продолжаю делиться с вами информацией. И сегодняшнее видео по проекту, где я зарабатываю денежку на мемах. Загружаю картинки мемос и на этом зарабатываю. Ставлю лайки, в ответ мне ставят лайки. И тем самым зарабатываю. Друзья, у нас тут изменился дизайн. Все здесь изменилось. Вот. Значит, что здесь изменилось? Давайте я вам покажу. Ну, это домашняя страничка. Это у нас идет сообщение от администрации. Далее здесь идет заработок. На сегодня у меня заработано 26 центов. Всего я заработала здесь $31. Далее идет вкладочка «Рефералы». Находится реферальная ссылочка. Это вкладочка «Вывода». Вывод от $1. Вот здесь вверху минимальный вывод. Как бы вот здесь история вывода, чуть позже я вам покажу. Далее здесь мемы. Вот у нас раньше было, вот здесь отображался баланс и баланс токенов, очков. Сейчас вот, как видим, этого нет. Вот. Значит, переводим на русский. Здесь так, исключить видимые мемы. Можно так, раз. И пошли вот эти, где не поставлены лайки. Так как вот это очень удобно, конечно, так как мне нужны эти очки, и я лайкаю. За лайки я получаю вот эти токены, чтобы зарабатывать очки и загружать картинки. Далее. Здесь подписки. На какие каналы я подписана. Значит, мои мемы. Это вот мои загруженные картинки. Далее. Ну, переведете. Как бы это все можно прочесть. Свежие, избранные, рекомендуемые и популярные картинки. Информационная панель. Это, ну, здесь я вам показывала. Здесь оставляют мне комментарии, которые люди ставят мне лайки. И я в первую очередь, естественно, иду сюда и обязательно ставлю людям как бы лайки. Народ здесь, я так скажу, хороший. Друг другу ставим как бы лайки и обязательно такой коротенький коммент, чтобы не потеряться. Далее, как загружать картинки. Вот здесь видите мой логин в самом верху. И вот мои картинки. Тут все уже перепуталось после обновления. У меня было все по порядочку, но тем не менее, это мой как бы аккаунт. У меня 6 каналов из 6. Как загружать? Кликаю вот я на свой канал. Вот у меня 3 комментария оставлен. Кто-то уже кликнул меня. И вот на желтую, вот желтым горит. Я кликаю. И уже вот здесь, друзья, отображаются вот эти очки. Вот у меня 1727 поинтов. Теперь за каждую загруженную картинку у нас высчитывают. Раньше высчитывали 25 вот этих поинтов. Сейчас 50 поинтов. Вот здесь кликаю, вот здесь кликать, загружаем сюда комментарий, как бы, ну, он не обязательный, и пост. Все как прежде. Далее. Так, что еще я хотела вам показать? Ну, это рекламу загружать, я сюда не лезу. Что-то я хотела показать. Ну, вот ставлю вот так. И вот обратите внимание, я кликнула лайк, да?
И вот раньше было перейти, чтобы оставить комментарий, вот здесь вверху был переход. Теперь вот здесь внизу. Вот. И можно как бы поставить комментарий, например. Ха-ха. Так как вот у нас смешные мемы. Типа того, знаете, нужно... И не просите, чтобы подписывались. Сами народ подпишется, кому надо. Потому что администрация это все наблюдает. Они очень не любят, когда просят, чтобы подписывались, ставили лайки. Просто такой вот комментарий я оставила. Человек увидит, кликнет и перейдет как бы ко мне и поставит лайк. Теперь что? У меня очередной вывод. Сегодня я поставила на вывод $10. Вот 7 апреля. Перед этим я заказывала 22 марта $5.13. И сегодня вот у меня ровно $10 я поставила на вывод. Работаю я с браузера Яндекс. Потому что на Google мне... Никак, мне не кликабельно почему-то. Вот лайки я не могу ставить. И как бы перешла я на Яндекс, с Яндекса работаю. И сейчас покажу вам вывод. Мой. Сейчас загрузится. Вот мне письмо пришло. Работаю только с PayPal. Вот пользователь вот этого названия, да, картинки. Изображение. Это... Вроде так в переводе. 728 рублей 37 копеек. Ну, как бы у меня в рублях все. Ну и мой логин. Так. Где мой логин? А вот он, логин мой. Как бы. Все замечательно. Проект платит. Я, конечно, довольна проектом. Я очень много времени здесь провожу. Вот. Ну. В принципе, на этом все. Здесь единоразовый вход 99 центов. И окупается он быстро. Да, здесь нужна активность. Есть активность, есть доход. Нет активности, нет дохода. Ну, как-то так. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.